Со времени изобретения первых систем электронной связи в 1830-х годах мир изменился. Еще быстрее развиваются информационно-коммуникационные технологии, преображая мир вокруг нас. В 1998 году Международный союз электросвязи, учреждение ООН в области информационно-коммуникационных технологий, предложил начать новый вид глобального диалога по воздействию технологий. Всемирный саммит по вопросам информационного сообщества дал возможность провести первую открытую дискуссию для всех на высшем уровне в Организации Объединенных Наций. Наша задача – собрать всех за одним столом для диалога, так как мы верим, что технологии действительно изменят нашу жизнь к лучшему. Объединенными усилиями мир обеспечил справедливый доступ к дальнейшему развитию информационно-коммуникационных технологий. За последние десятилетия на основе этих принципов во всем мире велась деятельность, имеющая целью поставить технологии на службу развитию и содействию инновациям. И каждый год Всемирный саммит по вопросам информационного сообщества предоставляет мировому сообществу возможность проанализировать достижения и остающиеся пробелы. В 2014 году Всемирный саммит по вопросам информационного сообщества «Плюс 10» установил новый перечень приоритетов для создания устойчивого будущего на основе информационно-коммуникационных технологий. Всемирный саммит по вопросам информационного сообщества остается наиболее открытой, всеобъемлющей и доступной глобальной платформой, где обсуждается то, как технологии меняют и обогащают жизнь всех нас. Информационно-коммуникационные технологии – это ключ к достижению глобального стабильного прогресса. Давайте добьемся этого вместе!